26 октября свою работу начнет международный конкурс «Фестиваль современного искусства «Созвездие Орла-2018». В этом году он пройдет в нашем городе в 10-й раз на базе Института культуры. На пресс-конференции организаторы мероприятия рассказали, что ожидает зрителей и участников. В этом фестивале принимает столько стран, столько республик. Я смотрю, тут и Индия, и Монголия, и Киргизия. Конкурсанты в возрасте от 6 до 25 лет поборются в различных номинациях. Номинации: современная эстрадная хореография, эстрадный вокал, театры моды и театры эстрады. Фестиваль объявляю открытым. Спасибо. Продлится конкурс-фестиваль до 28 октября и завершится гала-концертом.